хорошие слова в мой адрес, когда узнали, что меня назначил президент послом в Кабо-Верде. Правда, хотела, но не получилось. Но мы обязательно увидимся еще воочию, так вживую. 100%. Да. Вот, покажите достопримечательности. Вот, но у меня уже друзья есть на Кабо-Верде. Вот. Спасибо вам большое. Будем поддерживать связь. Бросайте мне все на почту. Я вам тоже отправлю вот то, о чем я говорила. Спасибо вам огромное. Вам удачи, вам с Богом. И самое главное, чтобы перемены, которые сейчас будут происходить, они были направлены в хорошую, в положительную, в добрую сторону. И наконец-таки наступил период нашего процветания. Мы все вместе, неважно, где мы находимся.